Какими бы ни были тяжелыми времена, с экономической точки зрения завод не переставал держать марку. И огромная заслуга в этом работников предприятия. Тех, кого в концерне называют «золотыми кадрами». Событие года для коллектива концерна – премия «Золотые кадры» проводится в 11-й раз. В этом году было определено 10 номинаций. Самые перспективные сотрудники получили награды из рук Михаила Игнатьева и Михаила Болотина, президента концерна «Тракторные заводы». То, что станки новые, это все замечательно, но дела и делали, и будут делать всегда яркие личности. Вот эти яркие личности будут демонстрировать, позиционировать, как нужно правильно трудиться на своем ответственном рабочем месте. Стать золотым кадром года стремится каждый работник предприятия. Это высшая оценка заслуг. Михаил Болотин, в свою очередь, вручил главе республики благодарственное письмо за поддержку общественно значимого проекта «Твои люди – страна».